Серега, как всегда, отличное настроение. Сережка, скажи веселые слова. Всем привет, филилить, дрить. Сегодня мы играем в Гаррис Мод. Сегодня у нас очень классная рубрика, потому что мы будем все-таки выяснять, какой монстр Хендерсона самый быстрый. Если пейте, кушайте, приятного аппетита, а мы будем начинать. Все очень просто. Мы ставим NPC-шки вот таким вот образом, и через C можно в них вселяться и управлять. А ну, Сережка, нажми пробел, у тебя прыгает все. Да, прыгает. Ого, я так высоко прыгаю. Кстати, да. Допилили управление, раньше как-то все лагало, теперь прям мягенько работает. Ну что, ты готов? А я готивка. 1, 2, 3. А я бегу, 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 ручечками махаю. Эй, слышь, ты свою шкуру задери от головы, я быстрее. Нет. Если бы ты не отгибал мозги, ты бы медленнее бежал. Ты не понимаешь, это такая скорость у меня, Дима. Так, на тебе такого, на меня такого. Ой, ой, где он? Подожди, стопэ, что-то не пошло не так. О, отлично. Так, сейчас же будем проверять, кто же быстрее, Cartoon Dog или Cartoon Cat. 1, 2, 3. Я пополз. Мне кажется, одинаково бегут. Я тебя не догоняю. Или нет, ты отстаешь. Нет, ты быстрее. Я быстрее. А что ты как модель по подиуму ручками машешь? Я как Майкл Джексон. Настроение, ребята, классное. Надеюсь, вы смотрите наши ролики. Подпишитесь и поставите лайкосик, потому что мы стараемся с Серегой поднять настроение людям каждый день. И надеюсь, у нас это получается. Этот уже был чилипиздрик. Так, сейчас будет у нас Cartoon Dog с курицей. Это как-то очень странно будет смотреться, но мы постараемся. Я как крахит хочу. Ребята, напишите в комментариях, кто же быстрее, курочка Ряба или Cartoon Dog? Cartoon Rachit. 1, 2, 3. Давай, давай, курочка Ряба, беги. Эй, ты, Майкл Джексон, остановись. Не остановлюсь, догони меня. Ну, пожалуйста, устан... А если я буду пробел нажимать? Нет, это не работает, только жопа задирается. Так, ты быстрее, оказывается. Курочки Рябы. У нас есть вот такой вот чилипиздрик. И вот такой вот чилипиздрик. Это уже, знаешь, эта курица Ряба разозлилась, то, что проиграла Cartoon Cat. Вот у меня какая-то... Custom Man и Chicken Host. 1, 2, 3. Да что, голова телепается, а я еле иду. Еще рот разевает. Обиженный. Но мне кажется, самый быстрый будет из сиреноголовых. Вот такое ощущение, что они реально быстрые будут. Вот такой чилипиздрик и вот такой. Это что за лошадь? Вы же видите, ребята, что мы пропускаем громаднейших монстров Хендерсона, потому что мы не знаем, какую карту нам скачать для их теста. Если вы знаете название громаднейшей карты, напишите в комментариях, и мы на ней запишем тест скорости громадных монстров Хендерсона. Или даже запишем рубрику, какой самый большой монстр Хендерсона. 1, 2, 3. Эй, костяная нога, дай пирога. И там, моя. Ты очень быстро бегаешь. Конечно, у меня ноги больше, чем у тебя. У тебя культяпки, а у меня, не знаю, лопаты какие-то. Я этот, я родственник статуи 173. Так, на тебе вот такого чилипиздрика, а на у меня вот такого. Посмотрим, они разные или одинаковые. Привет, как дела? Что за... У тебя тоже камера рахитно работает? Да, да. 1, 2, 3. А я бегу, бегу быстрее тебя. Нет, одинаково. Да, одинаково, Дим. Одинаково, одинаково, ничего не отличается. На тебе, по башке. Жизни не видно, ничего не видно. Хорошо, Сережка. Это все хорошо. Ну, теперь у нас пошли фонароголовые. Ой, так. Привет, мне запилил. Это что за глиц, Дима, у тебя? А ты можешь прыгать? Да. Нет. А, нет, нет, не могу. Так, ну что, кто быстрее, глисты или фонароголовые? 1, 2, 3. Глисты вперед. Глист быстрее, Дим. Я еще могу прыгать в воздухе. Как-то очень странно он это делает. А как я дамажу? А на R? Анимации никакой нету. Так, глисты сегодня рулят. Как-то странно звучит очень. Так, вот такой у нас есть. И... вот такой вот. Они все-таки разные, потому что находятся в разных ячеечках.
Я думал, что одинаково будет бежать. Давай раз, посмотрим. Два, три. А я бегу, 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 бегу. Два, подождите, чтобы одновременно. Да, одинаково. А полностью и жопа блестит, как у меня все. Все одинаково. Маслом обмазались. Ну, так, вот такой вот есть. И вот такой чилипиздрик. Кстати, у меня что-то с глазами не то. Они как-то смотрят не... А у меня что? Косоглазит немножко. Очень прикольный чилипиздрик, и мне нравится. Кстати, он очень быстрый. Ну что, раз, два, три. Бегу, бегу, бегу. Куда-то добегу. Нет, я одинаково с тобой бегу, полностью идентично. Ничего не отличается. Да, одинаково. Это очень плохо. Ой, хорошо. Так. Вот такой вот есть червяк Джимми. И вот такой вот дом. Маленький глистый палочник. Это палочник? Прокисшее молоко. Прокисшее молоко? Не, не надо быть прокисшим молоком. Так, раз, два, три. А я бегу за прокисшее молоко. А глист проиграл этот раунд. Так, понятно. Молоко быстрее глиста. Глиста. Вот такой у тебя головастик, на похоже на Малакеева. И вот, о, ну это, конечно, сравнивать так сейчас тупо будет, но мы проверим. А вдруг? Ты меня хоть так, видишь? Да, я тебя вижу. Главное не раздавить тебя. Так, так, это же колобака Дима, помнишь, оранжевый апельсин? Да, 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 это да, да. Он мутировавший. Раз, два, три. Давай, давай, давай. Да, нифига себе, ты полкарты прыгаешь, так нечестно. Я тоже хочу прыгать. Маленький сантиметрик. Тилинь, как в Марио. Ладно, ладно, ладно. Хорошо, на тебе стреляльщика. И есть еще один стреляльщик. Все-таки они отличаются чем-то. Палю, басу. Раз, два, три. Погнали. Какие блатные идут. Мне кажется... Нет, мне не кажется, мы одинаково бежим. Все сходится, все четко. Смотри, как ходит, как блатные какие-то. О, я могу по тебе стрельнуть. Ай. Попал? Слышь, ты меня убил, да ладно. У тебя что, пули выносят триллион хп? Сексиллион. Хорошо. Вот такой тебе жабочник. А мне вот такой вот чилипиздрик. Ой. О. Так. Раз, два, три. Так. Не, жаба, стой! Ладно. Не-не-не, ты быстрее меня, у тебя кишки из живота торчат. У меня дополнительные пары рук помогают бежать. Хорошо, жаба лучше всех. На тебе. О, ребята, пошло самое интересное. Пошли сиреноголовые. А вот мне кажется, что какой-то сиреноголовый будет очень быстрым. Мы это проверим сейчас. Раз, два, три. Погнали! Ого, я на жопе скольжу, ничего себе, самки отдыхают в сторонке. Конечно, маслом смазал жопу. Ну да, кстати, он разгоняется, все больше и больше. Хорошо, на тебе такого чилипиздрика, а мне вот такого. О, сирену подрубил, нормально. Один, два, три. Побежали, побежали. Да, не, а я... Быстрее, потому что я это задействовал еще и руки. Ну, а я не могу руки задействовать, а хотя надо было бы... А, ты хотел меня замочить? Не-не-не-не-не. Я не орешаю тебе. На тебе такого. Кстати, это тоже очень быстрый. А мне вот такого. Так, у меня уже такое ощущение, что мой черный будет сейчас жучить всех. Я конечно, помню, с тех серий... Он, помнишь, насколько он быстрый? Какой-то вообще неадекватный чилипиздрик. По куски всех рвал. Раз, два, три. Во-во-во, о чем я и говорил. Что он разгоняется и начинает просто струячить. А он уже еще и телепортируется, если не ошибаюсь. А я не знаю, нет, это, наверное, только NPC, может, я не могу этого делать. А очень хочется. Хорошо, хорошо. Вот такой вот еще есть у нас чилипиздрик. О. Ой, это полкарты занимает. И вот такой вот костяшкин сын. Ой, прикольно. Мне кажется, я сейчас буду с тобой вместе, как Рахит, бежать. Два так. Рахит. Раз, два, три.
А я бегу? Нет, куда я бегу? Я еле хромаю. Да ну вообще, костяная нога, быстрее. Это с шифтом при том. Без шифта вообще еле идет. А ты смотри, я на шифт нажимаю. А, ладно. Твой так же самое бегает, медленно-медленно. Я видел. Литовский. Кстати, напрашивается рубрика, какой Monster Hunter у нас самый медленный. Так что, ребята, 5000 лайков, и мы сразу снимаем, какой Monster Hunter у нас самый медленный. И еще рубрика будет, какой Monster Hunter у нас самый большой. Но для этого надо поискать нам карту. Раз, два, три. Горка, беги, горочка, беги. Че, сделал, да, костяную ногу? Да, ну... А че я тебе его выдал? А, их же два здесь костяных нога. Я понял. Давай тогда возьмем горку тебе, а я возьму другого. Все-таки, мне кажется, будет разница. Давай вот с этим стестируем. Так, вот так будет почестнее. Готов? Один, два, три. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. У тебя этот, на горке такой хобот, как у слона с зубами. Это очень странно смотрится. Я этим хоботом могу бить еще. Не, а ну иди сюда, что ты сказал? Да ладно, с одного раза! Ты читер! Я тоже так хочу! Надо снять ролик, Серега, где мы будем в них селяться и драться. Да, можно. Прикольно будет. Кстати, очень много рубрик мы теперь можем запилить с этими монстрами. Раз, два, три. Давай, давай. Эй! Слышь, у тебя там между ног какая-то кабака висит, она тебе помогает ногами идти. Блин, ты очень быстрый. Похоже на скромника, да, челепиздрик этот? Есть такое. Хорошо, хорошо, ты меня расстраиваешь, что у тебя все быстро. На тебе коняку безголовую. А я буду вот этим. О, костяная. Это что за баба-буба чернобыльская? Не помню. Я. Так, один, два, три. Ладно, ладно, я шифт забыл нажать. С шифтом я намного быстрее бегаю. А у тебя даже анимации нет, у тебя просто... Летающая штуковина странная. Я высираю тебе еще, какая хе, оказывается. А ну иди сюда, я тебя сейчас задамажу. Ты че срё... Эй, ты насрал там говно. Сейчас уберу. Да ладно, пусть будет. Так, два челепизрика, я уверен, что они бегают одинаково. Даже не будем проверять, потому что они с виду полностью одинаковые. Ой. О. Ну чё? Раз, два, три. Беги, Серега, беги. Одинаково. Или я догоняю тебя чуть-чуть? Тут не поймешь. Чуть-чуть, совсем чуть-чуть, Дима. А ну иди сюда, я тебя лупану разочек. Не дам. Ах ты. Мазила. Моя. Да что ты мочишь меня с одного раза? Я тебе рукой помахал, и ты умер. Я не знаю, почему мне такие попадаются. То тебе попадаются эти ваншотные челепиздрики. Так. О, девочка Йо-Йо. Давай их сравним. Они все-таки одна злая, одна добрая. Может, все-таки они отличаются по скорости? Раскины разные. Раз, два, три. Я быстрее, Серега! Иди сюда, я тебя ножичком. А ты догони меня для того, чтобы меня замочить. Давай! Иди сюда, давай, 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 давай. Эх ты! Давай, будем в ладошки играть. Да ты задрал, ну что ты убиваешь меня постоянно? Я не знаю, почему-то. Так, мы доходим до банановых челепиздриков. Так, отлично. А если я нажму R, что будет? Я встал. О, ты встал. Значит, скорость будет одинаковая, наверное, у них, раз ты встал. Наверное. Давай проверим. Давай проверим. Один, два, три. Ладно, давай сейчас их поставим, и ты не будешь вставать. Давай. Реально интересно, будет твой быстрее или нет. Чпонькс. Чпонькс. Ну-ка. Раз, два, три. Я быстрее. Разработчик молодец. Реально молодец, что так сделал. Смотри, те какашки, которые я выставил. Эй, они выросли. Я чищу карту, не надо расти, я не разрешаю вам расти, только мы растем. Так, вот такой вот есть, и вот такой вот есть. Я думаю, что они тоже будут отличаться по скорости, но может и нет. Раз, видно. Два, три. А, нет, одинаково, Дима, одинаково. Да, полностью идентично.
Так, на данный момент мне кажется, что тот сиреноголовый, черный, самый быстрый. Или на который на жопе скользит, еще неизвестно. О, это что-то из новых уже. Демоны какие-то, да? Мне кажется, они будут одинаково бегать, но сейчас проверим. Один, два, три. Один, а, да, одинаково. Как я хотел задамажить. А ну иди сюда, давай, одинаково бегает он. Ого, я прыгаю. А, это ты мне дама... А что? Да что? Ну почему? Твой всегда сильнее. А какую ты кнопку нажал? Ты такой взрыв запил? Левую. Нифига. А ну нажми еще раз левую кнопку, в дом только стрельни. А, надо... А ну давай в меня лупани. Ого. Я аж прям прощелкнулся. Хорошо. Прикольный демон, мне понравился он. Так. Вот это челепиздрик. И маленький. Кстати, будет интересно. Может все-таки... Представь, с одной скоростью бегают. Это будет прикольно. Давай. Один, два, три. Давай, челепиздрик, беги. Ого, ты дал. Ты любую машину даже обгонишь. А ну давай, я тебя сейчас задамажу. Да, ну все понятно. Ну конечно, это ж твои дети. Батя всегда сильнее, есть такое выражение. Хыш и хуш. По-любому будет одинаково бегать, давай с другим тестируем. Так. О. В эту девочку нельзя вселяться. А в эту? Можно. О, отлично. Мне даже, кстати, анимация рук одинаковая. Раз, два, три. Давай, девочка, давай, наваливай. Неа. Ты быстрее меня, да, Полчик? Да ты да. Задрал меня мочить. Так, ну что, последняя забега. О, а что с ним? Амонгас. Амонгас. Амогуса берешь, Дим. Я сейчас тебя замочу, я тебя сейчас замочу за него. Раз, два, три. Давай, Амонгас. Нифига себе нога. Твоя большая, как лупашит. А ну иди сюда, иди сюда. А как тебя бить? По ноге, что ли, подходить бить? Или как? Где твой сет? Начинается хитбокс. Привет, дорогие друзья. С вами Димас, Серега, King and Fire, Веном, Скромник, Данил Топ. Пацанчики, поздоровайтесь. Всем привет. Всем привет. Хай. Наконец-то вышли новые монстры Хендерсон. Если пейте, кушать, приятного аппетита. А у нас обзор новых монстров. Первый монстр – Банана Итер. Так, что он из себя представляет? Какой-то обычный челепиздрик, как похожий. На кого похожий? Цветок зубатый. А что на меня агрится? О, пусть фигачит кого-то. На паука, на паука. А, кстати, смотри, как у него глаза прикольно торчат. Лупоглазый банан. А ну пусть лупанет меня. Хорошо, давайте следующий. Банана Итер Стандиш. О, привет! Ты стоячий! Стоячий банан! Ну? Банан. Блин, смотри, как он для ща прописывает. О! Банан, а что он делает? Он подкидывает, что ли? Он берет это и пожирает. А, вовнутрь к себе закидывает. Да. Воу, это было прикольно. Нет, чувак, я уже больше тебе не поведусь на эту штуку. До свидания. Следующий у нас. Картон Маус. Какой-то стеснительный. А чё? А, его надо тронуть. Тронь его. Он обижает. Давай, давай, а ты удари. Он обиженный, сейчас будет этот обиженный очень злым. Это внешний вид обманчивый, пацаны. О, смотри! Я же говорю, внешний вид обманчивый, какой-то неадекватный. Иди сюда, челик. Помните, мы когда записывали в тот раз, не было этой функции, теперь появилась. Димас. Ну, прощайте, да? Догоняй. Тише, тише, меня не трогай, я тебя не трогал, за что меня? Неадекватный какой-то мышь. Успокойся. Так, давайте следующего. Картон Маус Киллер. О, сразу эта функция пошла. Давай, а ну, замочи меня. Таня, ты какой-то неинтересный. Чё у него такое оружие делает? Музыка стала страшной. Пацаны, мочите его. Он мне не нравится. Отлично. Серега, ты чем его ударил-то? Админской жопой. Ах ты, админская жопа. Серега, сейчас будет очень классный монстр. Он тебе реально понравится, потому что House Head. Смотри на этого гиганта. Офигенный монстр. Ребята, ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал. Ролики выходят каждый день, стараемся людям поднять настроение. И как всегда, вы видите, что мы записываем очень крутые, веселые ролики. Что это за выстрел маленьких домиков пауков?
О, он обсирается! Да, он высрал. Он как убивает кого-то, из него выходят вот эти маленькие дома. О, меня, прикольный, прикольный чилипиздрик. Надо, пацаны, просто всегда быть в движении. Ой, ну нафиг. Нет, это так не работает. Что, еще насрал? Да, вон, срет, смотри. Эй, не сри! А, и удалились эти чилипиздрики, да, маленькие? Да, да. Так, сейчас будет хаус-хэт миньон. Вот. О, чилипиздрик маленький. Взирает. А ну пусть задамажит. О, Гонда может, с двух ударов, что ли? 60%. О, а ну давайте, подожди, а можно в него вселиться? Вроде должно, можно вселиться в него. Эй, его поймать бы еще мышкой. Психа этого. Давайте я пойму. Во, я вселился в него. Ой. Ой, камера. Обстоятельства. Странно работает камера очень. Я вижу все из-под жопы. Нет, я выселился с него. Ах ты говно, Димас. Ой, больно. Это не я был, я уже выселился. Он как-то криво управляется. Пацаны, сейчас будет очень крутой монстр, потому что в тот раз мы тоже записывали его, но его улучшили. Кто помнит его? О, это тот, зубами. Да-да-да, который об землю головой бьет. Ну-ка. В голову стреляем, он разозлится. А ну дамажьте, дамажьте его. Слышь, ты щенок вонючий. Вообще да, ничего. Пацаны. Разозлился. А ну-ка иди. О, смотри. Тупо жрет. Эй, я не вкус. О, угон еще прыгает. Эй, давай дамажь меня. О, смотри, смотри, смотри. Вот это жесткий какой-то чилипиздрик. Смотри, ах ты щенок говна, я тебя буду бить головой в землю. Серега, пусть тебя побьет. Не ссы. Кстати, он не все бьет, некоторых просто улупал, что некоторых об землю бьет. Вот смотри, ах ты говна. Давай. А ну, а меня бил, кстати. От скина, наверное, зависит, да? О, смотри, да, мой скин лупашит. Как тряпку. Так, хорошо, давайте сразу хуш-киллер. То он сразу злой получается, да? Да. Ух ты. Сразу безбашенный. О, всех лупашит. Он прям всех лупашит. А, и башка заболела. Давай. Серега. В голову обстрел. Я. Вот это ненормальный. Как-то странно, анимация срабатывает. Мочите его, давайте его замочим. Погнали. С 7 дул, с 8. 8 человек. Должны убить его по-любому. Давай, Сережка. Ой, извини. Не хотел. Эй, отвали! Отвали! На тебе! Неадекватный псих какой-то. Эй, не прыгай на меня! Ого, чем ты стреляешь, Серега? РПГ. Что-то РПГ его не гасит. Граната, пацаны. Арбалет. Ой, попал, красиво. Граната должна его, кстати, убить. Отойдите от него, ну блин, ну ты. Попадает четко. Не, живой, смотри, какой. Живучий подлец. Хорошо, давайте сейчас поставим дальше. И сделаем уже в конце битву со всеми. Следующий у нас Джелли. О, что это за клякса летающая? А где она? Желешка медуза. О, я его убил. Джелли Маунт. Давай еще. Чимаут. Ну-ка. Ого, зубастая кабака. Что это такое? Чем убивать, тем больше встает. Да? Он увеличивается, получается? Да, он. А насколько его ж можно увеличить? Увеличивается. Хорошо, давайте поставим еще, у нас есть, получается, это еще больше. О, давайте подальше, это гигант написано. Ого! Вот это кабака! Медленный, конечно. Медленный-то медленный, но здоровенный какой. Слышь, иди зубы почисть. А как его убить? Вот это он гигант. R2, вход. Ого.
Мы его не дамажим, да, или дамажим? Он еще больше становится? Да. Ничего себе. Он, потому что жрет кого-то. Снайперка вход. Ну, конечно, он наши пули пожирает. И больше от этого становится, да? Я понимаю, он проходит, это там пуля. Да, он больше становится, Серега. Не. Он просто раскрывает щупальца свои. Да. Так, что-то его нифига не берет. А он не там. Ну-ка, монетку. На, гранаты, попей. Надеюсь, дамажит граната его как-то. На. Че, Серега, не? Я либо не попадаю. Кидай это под ноги ему, под ноги. У него же, наверное, скин под ногами. Ой, красиво гранатка взорвалась. Нет. О, давайте воздушный удар, Серега. Давай. Прощай, давай. Щенок. Ну-ка. Нет, Сережка, нифига. Зато админский пистолет. Ну, админский пистолет, да, да, раз-два его заложил. Хорошо. Living Building. Ого, что это за кабака? Глаза с тудом с щупальцами? Да, это то же самое. Маленькие дома вот эти. Так, дай я его хоть раз завалю. На. Красиво. Ай, меня пауки съели. Так, и у нас The Imposter. Его, кстати, пофиксили, он теперь такой жесткий. Ой, это импостер компостер. Да. Давайте повыживаем с ним. Короче, ставлю разных монстров, будем выживать. Ой, давай. Это что за... Они с друг другом дерутся. О, как раз, кто из них самый сильный, да, Серега? Во, да. Все, смотрим, всех разных поставил. О, дерутся. Ребята, напишите в комментариях, пока не дошла битва до конца, кто из них самый сильный. Импостер. Дамажи. И бананы дерутся, и импостеры дерутся. Но ничего не происходит. Ой, может... Как может вы... что? Помочь им? Да. Убить их. О, кстати, у нас есть огненная бомба. Вот она. Payway. Серега, надо активировать эти бомбы. Ты сможешь? Где? Все. Взрываю. Давай. Ёшкин кот. Прощайте. Красиво взорвалось. Да. Да. Огненные, притом это реально огненные. Ты еще одну эту поставил? Да. Они горят, ну нифига. У меня игра вылетела. А я вижу, вы вылетаете. Серега, они что-то не умирают. Давайте по старинке. Сейчас. Сейчас, Серега, не надо, все, они умрут. Гренвич, в действии. О, сейчас будет мега взрыв. Ух ты. Они живые? Почему вы живые, пауки вы вонючие? У них там, наверное, у них ХП. Хорошо, у нас есть бесконечное оружие, которое выносит эти ХП. На! Извините, пацаны, обстоятельства, но карта зачищена. И всем привет, дорогие друзья. С вами Димас, King on Fire, Кока, Васаби, Скромник, Арекс. Мы скачали очень крутых монстров Хендерсона. Этот пак вышел вчера, и уже у него 4 звездочки с лишним. Будем делать обзор, веселиться и поднимать вам настроение. Если пьете, кушайте, приятного аппетита. Так, он должен ходить, кстати, почему он не ходит? А может, ты выключил ИИ? А, нет. О, пошел, почему-то странно. Так, пошел. А, на что это похоже? Это коробка с ногами. Какая-то пачка из молока. Мне кажется, человек с нормальной фантазией такое не придумает. Димас, это да. Протухший кефир. Да? Да, он у меня вот так после школы. А, смотри, у него даже нарисована рожа. Так, давайте я включу, чтобы она сдамажила. Посмотрим, что он может. Так. Он не знает, что кого мочить. А, знает. Ну-ка. Пусть тебя замочит. Слышь, да? Пусть меня ударит. А ну давай. 100 жизней. 25 хп тратит. Маловато, да. Мне кажется, он должен был сильнее выносить. Так, сейчас мы возьмем монетку и проверим, сколько у него жизней. Монетка выносит 7000. 7000 у него. Оказалось, у него меньше, чем 7000. Раз. Или ровно 7000.
Продолжаем. На картинке тот же самый, но будет совсем другой монстр. Это какая-то странная голова, которая сразу начинает резко бежать и убивает с одного раза, да? Ого, он прыгать даже может. Да. Кстати, хорошо, да, лупашит? Давайте проверим, он прыгает или нет. Нет, он не... А если я вот сюда встану? Запрыгнет или нет? Мне интересно, он может по стенам лазить? Так, не берет его такое. О, ты видел, как он руками машет? Как вот этот ниндзя. Так, он может бить как сиреноголов, очень похоже. Ого, у него руки длинные, он сразу замочил. Придется тебя наказать. Прикольный монстр, мне понравилось. Можно за него поиграть, вселиться и лупашиться. Так, следующий называется Нурпо. Странное название очень. Что он делает? Ты можешь фигачить? Он добрый? Где он? Вот он ходит. А, может его надо... Ой, что это было? Он резко убил меня с одного раза. Ау, больно. А, это ты за него играешь? Нет, это в меня попали. А, ну давай. Да, с одного раза убивает, пацаны. Это какой-то вообще жестокий. Маленький убийца. Я на него обид. Обиделся на него? А мне кажется, у него очень много жизни, ты его так не убьешь. Я могу взять свое любимое оружие. Не-не-не, это так не работает. Короче, давайте, пацаны, я его замочу, да, наверное? Че, давай еще... Не, он медленный. Пошел отсюда. Обстоятельства, а да, извини. Так, бывает. А, на линии огня стоял. Так, следующий у нас... А, этот был, подождите, это не тот. Псих, успокойся. Этого не было, вроде. The Hugger. Это вроде был. У нас были гиганты, а этот был маленький. Смотри, он схватил кого-то и побежал с ним, ты видишь? А, нет, это не кто-то, это типа скромник, но это не скромник. Воу, смотри, он его съел. А, он висит на паутине? Прикольный, да, мод? Мне нравится. Разработчику 5 звездочек. Почему поставили 4, так и не понял. Слышь, успокойся, псих. Ну, страшный паук. Заболит. Паук такой стремноватый. Давай, давай, мочи. Ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал. Ролики выходят каждый день. Давайте добьем до 1 000 000 подписчиков. Димаш, он хочет по-плохому. Я отомщу за нас всех. Не-не-не, не отомстишь ты. Да, он, короче, дамажит нормально так. Кстати, чего он за мной увязался? Отвали, замочи его. А, по нему еще попасть надо. Я не могу, я не смог пощупать, где у него. Нет, ты ему ничего не сделаешь. Смотри, как он прыгает. Ну это скромник, да, у него между лап был? Очень похоже на скромника был. Следующий у нас The Hugger Void. О, это без этого челика между лап, да? Просто паук. Слышь, отвали от меня. Не, давай проверим, он когда меня схватит, я буду у него между лап или нет? А ну-ка. Вот, схватил. Я об землю. Вот, появился! Ты понял, какая фишка? Я как личинка получается у него. Он мутирует. Мод с мутациями. Смотри, что делать. Да, мне нравится. Надо, короче, брать оружку, наверное, и лупашить. Иди сюда. Ой-ой-ой-ой-ой. Блин, промахнулся. Блин, не успел. Ой, блин, чуть-чуть. Доли секунды, я бы остался живой. Так, этих посмотрели. И у нас еще есть... Нервоус Хисол. Какое-то заклинание, я боюсь его произносить. Лупоглазый, каменный додик. Кровь из головы мне выпустил. Знаете, что я хочу? Я хочу в него вселиться. Он похож на скромника. Да блин, дай вселиться, этот челик не дает мне вселиться. 45. Вот падла. Слышь, он иди сюда. Так, давайте подлетим. Вот он. Он что, ТП-хаться может? Он ТП-хаться может. Ты понял? Вот где он? Вот он. Да как такое может быть? Отвали. Я успел вселиться.
Так, пацаны, дайте я проверю, что он может. Может прыгать. Так. Я могу воспламеняться. Да я тебя поджигаю. А, совпадало с моим нажатием мышки. Как же он тпхается? Ладно, покажи, как, что он может. Ага, а ага. Он может только убивать и стоять, и ходить. И телепортироваться может. Вот смотри, что он делает, ты видел? Мне этот больше всех пока нравится. А ребята, вы напишите в комментах, какой больше всех понравился вам. Мне этот больше всех. Прикольно, лупоглаз и каменный додик. Так, успею, не успею. Успею. Это было жестко. Я тебя убил. Так, смотри, у нас еще есть. Йо-йо. Эй, с ножом! Слышь, она с ножом! Вот это больше всех, пока мне тоже нравится. Слышь, мне все нравятся. Она тпхаться может, ты видел? Она за спину, ты перепортируется, как этот, SCP-173. А ну да, посмотри, как она мочит. Блин, классно, не убивай, не убивай, давай повыживаем. А где она? Она может со спины в любой момент подойти. Так, бежит, бежит. Хочу посмотреть, как она мочит. Так, вот за мной увязалась, а давай к пацанам приведем. Димас, может, не надо ко мне? Во-во-во, она за спину, видишь, ты пыхается, Пикачу? Давай-давай-давай, а ну попробуй, дуэль, один на один. Та! Убила тебя. А где она? Вот она. Вот это монстры. Классно, что Гаррис Мод сюда развивается классными модами. Но слабенько. Пошла, пошла, пошла. Она, короче, может этот, и на дом надо телепортироваться, и воздух. Опять за мной. Она какая-то Всё. Куча. Отлично, замочили ее. Так, и у нас еще есть йо-йо киллер. А это что, не киллер был? О, это быстрее намножко. Так, за мной она не хочет бежать, видит, что я очень быстро убегаю. Ее проверить на огнеустойчивость. Ну, давай, мочи, мочи. Только она тебя сейчас убьет, скорее всего. Она неустойчивая, Дима. Ее не берет? Обливай, обливай ее и поджигай. На. Давай, 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 замочи, замочи его. Ага. Быстро очень бегает. А, как мы с шифтом? Один в один, скорость не меняется. Ну, не может тпхаться, обратили внимание? Просто бегает. Давайте поставим еще вот эту, которая тпхается. Будет веселее так. Ну? Чё, пацаны? Теперь вы уже ничего им не сделаете против трех. Ой-ой-ой. Чем ты таким жахаешь? Оружие за это они тебя сейчас накажут за это, смотри. Зря. Ой, блин, не меня. Блин, схватила за кишки и убила. Димас, я могу, конечно, сделать все быстро, но ты это не любишь. Так, читерским оружием и я могу. Монетка тоже получитерское оружие считается. Ух ты. Так, давайте сделаем глобальное выживание. Так, сейчас, сейчас, сейчас. Димас, если наша карта была бы разрушена, я бы уже полкарты разбил. Так, побежали. Ого, они лупашат. Давайте, лупашьте. Пацаны, там бомба одна, чисто одна бомба падает, маленькая. Черный гад, Dark Dragon, King and Fire, Илья Чехов. Пацаны, поздоровайтесь. Здорово. Сегодня у нас очень классная рубрика, потому что мы скачали классных монстров Хендерсона. Они вышли сегодня, посмотрим, что они себя представляют. Их не так уж и много. Картонный маус. Там музычку он прикольно издает. Вот смотрите, какой прикол. Когда ты к нему подходишь, он начинает уходить. А, не, ну а что он задом? Эй, стой! Это какой-то обидчивый получается, да? Ой, он обиделся, в воду ушел, утопился. Какой-то он, а что он этот такой странный? А ну еще раз его поставлю. Че ты, а ну, если по нему стрельнуть? Он не агрится, да, никак?
Хорошо, давайте другой вариант. Есть у нас такой же самый, только в конце префикс киллер. О, вот этот сразу, смотри, что делает. Ну-ка, ну пусть меня задамажит. А, он такой, ну не сильно дамажит. Такое лицо у него страшное, какие-то зубы или что у него там торчит. Ух ты. Да, смотрите, какой монстр. О, смотрите, голова. Прикольно, берет и телепает. А ну меня возьми, потелепай. Схвати меня. Блин, думал, меня схватит и по землю побьет. О, смотри. А, блин, сожрал. Когда маленький скин, он его бьет об землю. Хуш. Ух ты. Такой прикольный звук издает. Ого, у него зубы стрёмные. А ну давайте подстрачника ему дам. На тебе. Ой, смотри, я по нему попал, он сразу агрится на меня. А, кто стреляет, на того и агрится. Эй! А ну пусть да, задамажит. У него ж... Что это было? Он когда меня убил, умер, что ли? А ну убей меня. Ого, сожрал. Да он... Ух, смотри, как сожрал, прикольно. Но я тебя не трогаю, чувак, вообще. А, я удалил. Я думал, знаете, когда меня схватит, я его удалю, я не умру. Нет, во время хватания убивает. Такое же самое, есть только хуш-киллер. Ух ты! Сразу кричит. А, у него не надо провокации, он сразу дамажит. Ого. Вы видели, как он бьет об землю, прикольно? На. Прикольно, прикольно. Кусок говна тряпки. А на меня хватани. На. Ого. Было бы, знаешь, что прикольно? Если бы он бы так бил, а в конце выкидывал бы просто в сторону. Как тряпку. В воду бы, допустим, кидал. О, я могу им управлять. Давайте попробуем. Процесс. Не могу я. А, я мертвый, потому что. Попробуем. Пошел. Ладно, давайте его тут поставим. Попробую успеть вселиться в него. Эй, говна, не успеваю. Ого, он еще прыгает. А ну-ка, нажми пробил, ты можешь прыгать? Воу, прикольно. А ну, альт нажми. Альт, F, Ре. На. А, это уже NPC начинает фигачить. Об землю. Так какой-то реально неадекватный. Следующий очень интересный, это последний с обновлений, но самый такой The Imposter. Смотрите, как он выглядит. Очень стрёмно. Чё у него за кишки из головы торчат? Это вирус. Это вирус? Да, это может сказать, пришелец. Ого! Он откидывает, как я и хотел, в небо! А ну пусть меня убьет. А ну убей меня! А ну-ка давай! Ух, протыкает. Прикольно, у него такие клешни. Я хочу, чтобы он схватил кого-то. Не хватает, не? Просто всех. О, сплэш убьет. Это импостер. Да, это настоящий импостер. Ты что, псих? Я убегу от него. О, господи, как он лупашит, апперкотик. Вот это люди отлетают, как я и хотел, в небеса. Так, теперь мы, ребята, сделаем битву между ними. Я сейчас сделаю, чтобы они нас игнорировали. Ставим импостера и хэш-киллер. Ну-ка, давайте, кто кого? Хэш-киллер, давай! Кто самый сильный? Напишите в комментариях, пока битва не кончилась. Я думаю, что импостер выиграет его. Та, и неудивительно. Заново, с полными жизнями этого и этого. Вот, это они прям долго дерутся. Заяц-убийца у нас есть. Я его сейчас подготовлю. Где он у нас? Вот тут. Он выиграл! Импостер не выиграл? Странно. А ну а теперь мы вот этого и вот этого. А, не, подождите, не так. Давай, погнали. Стычка века. Победил. А теперь давайте сделаем победителя с предыдущих серий. Заяц-убийца, который жрет всех. Независимо сколько жизней. А ну-ка.
Ну-ка, ну-ка, давай, кроляччина. Ну-ка. Нет, я думал, кролик поярче будет, сразу завалит. Я даже не знаю, я думал, кролик выиграет сразу. Но оно что-то не выигрывается сразу. Что-то вообще. Давайте мы тогда сделаем, чтобы было интересно. Ого, у него жизни. Получается, он сильнее, чем зайцы. Вот это у него лупашек. Какой смысл, если он такой сильный? Ого, один аж психует. Не психуй, не психуй. Не могут выиграть. А мне кажется, они с разных паков просто. И поэтому не могут с друг другом воевать. Ладно, давайте, толпа импостеров. Знаете, против кого они будут воевать? Кого? Против нас. Это жестко. Вот это не мочат. Они телепортироваться могут. Ого, я даже не знаю. Давайте посмотрим, за сколько минут я проживу. Сколько секунд я проживу, когда я возражусь. Раз, два, три. 4 секунды. Всего-навсего. Да блин, они очень. Нельзя, да, никак выиграть их? Я не знаю, возрождаться стоит или нет. Это просто жесть какая-то. Хорошо, давайте очистим карту. Давайте с теми, с кем можно будет воевать. Готовьте оружие, пацаны. Сейчас будет серьезная битва. Очень серьезная. Потому что их реально тяжело убить. Они не будут первого такого. Это как секретное оружие будет. Ого, их сколько. Пошла жара. Толпа новых монстров. Ого. Их очень много. Че, сколько ты проживешь? Долго, не? За мной, что ли, побежали все? Он запрыгнул! Они запрыгивать могут. О, давайте проверим, выдержат ли они бомбочку. Небольшую, слабенькую бомбочку. Например, у нас есть огненная. Вот. Она как огненная, она очень мощная, но должна их убить. Хотя вроде с этого пака бомбы их не убивают. Ой, отлетела, но не взорвалась. Взорвалась. Убила? Нет. Фаер их убил. А, нет, он наших убивает. Драгон их мочит чем-то. Так, бомба их не мочит. Может, что нам, брата, да? Монетку может? А я монеткой их буду гасить. А ну иди сюда. А ты чем их гасишь? Нет, это не я. Это тоже не я. Ого! А ну на! Вот это битва, серьезно. Ох, затоптали! За своих кентафориков. Обиделись. О-о-о-о. Красота! Бомбы пошли. У-ху-ху. А что ты за оружие использовал? А, это ты взял через бинокль, да? Красиво, красиво, но они не умирают. У нас нет таких бомб, которые их может. Это надо Гренвич. А, они у нас есть. Прощайте, подлецы. Я и забыл. Фу-ху. Это было жестко. Дайте я взорву. Они живые, кстати, да? Да, они живые. Вот бомбочки, которые их убивают. И просто улетаем, чтобы наблюдать это все сдалека. Ух ты! Спасибо, привет, дорогие друзья! С вами Дима, Стаканчик, Gunfire, Фисташка. Как всегда, очень много классных подписчиц и подписчиков. Скажите классные слова. Здравствуйте! Сегодня мы делаем очень классный ролик, потому что у нас сегодня будет Годзилла против монстров Хендерсона. Надеюсь, вам этот ролик понравится. Вы поставите лайк и подпишитесь на канал, потому что это будет что-то очень эпичное. Если пьете, кушайте, приятного аппетита, а мы будем начинать. Ребята, напишите в комментариях, как вы думаете, кто же все-таки сильный?
монстры Хендерсона или Годзилла. Но мне кажется, битва какая-то не очень справедливая, потому что монстры просто какого-то больше намного, чем Годзилла. И оказывается, что проиграл! Хорошо. Ты даже не ожидал. Давайте тогда поставим сиреноголового. Он такой посредний с ним маленький. А ну-ка, Годзилла, дыхни на него. Ой, пошел. Смотри, он его сдувает. Он ничего не может сделать. Пошел, пошел, пошел. Ой, откусил ему башку. Да ладно, он их как щенков наказывает. Давай. Офигеть. Давай картинг это. Давай. Давай тогда с этого начнем. Да. Смотри, он его как сдувает, как щенка. Он даже идти не может против ветра. Господи, такой маленький. Давай, 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 смотри, как он быстро бегает. Давайте день 17. Ого, он большой. Куда там Годзилле до него? Но Годзилла уже вынес троих монстров. Ну, день 17, щупальцами его... О, он его пробивает. Видите? Он его все-таки дамажит каким-то образом. Мы по сравнению с ним такие манипусенькие. А, не знаю, пусть напишут в комментариях, кто выиграет, Годзилла или день 17. И дышит на него, и дрыщит. Кстати, звуков нету, когда стали монстров Хендерсона, пропадают звуки от Годзиллы. Почему, я не знаю. Но он его протыкивает. Потихоньку пробивает. А не вот эти звуки есть. Да ладно, он и его убил. Да, а, да! Надо вблизи, звуки есть. Хорошо, давайте вот этого чили-пиздрика. Ого! Это, кстати, новый монстр Хендерсона, который мы раньше никогда не делали обзор. 6 лап. Тогда они какие-то мега здоровы, но Годзилле все нипочем. При том, что у нас есть Годзилла более сильнее, потому что то босс, который дышит прям кислотой изо рта. Ну давай, хвостом его. Да ладно, он его сейчас зафигачит. Ставлю ставки на Годзиллу. Я тоже ставлю ставки на Годзиллу. Ого, тут даже дрожит, бедненький. Давайте подлетим, чтоб... Я на башне стою, тем более вид прекрасен. А я поближе стану, чтоб слышать эти все звуки. Воу, какое это все эпичное. Ну что, давай, задамажь его. Давайте немножко отодвинем монстра этого. О, он стоял жопой к нему, ну ладно. Проиграл! Хорошо, раз это победитель, давайте сразу поставим вот этого Годзиллу. Ой, он ядерный такой. Ладно, давай, давайте его подальше. Застряли. О! Ну чё, давай, иди, дыши на него. Он такой ядерный. Красивый, да? Зеленый цвет такой яркий очень. Он как будто на атомной электростанции все равно побывал. Смотри, как он подбежал к нему лихо и начинает его дамажить. О, да есть, кислота сорта делает чудеса. Вот это мощь. Пошел, пошел, пошел. Хорошо. Ты красавец. У нас есть такие монстры, очень интересные. Кто помнит вот этого? Ой, это не тот, извините. Вот. О, они, кстати, одного этого... Ого, он его откусил. Они одного и того же размера, в принципе. Но этот дом немножечко поменьше размером. Смотри, как он его кусает. Хвостом лупит. Посмотри в бок, он то, что он убивает его. Вот, сейчас. Да ладно, что, ему ничего не почем? А он вот такой вот. Манипусенький. Да, он, наверное, не дойдет до него, он его просто сдует. Вот это моща у него сорта дует. А за меня-то зачем плюется? Я не знаю, но жизни вроде не тратят. Убил. Вообще наизично. О! Желейная мотня какая-то странная. Это кто такой? Я не знаю. Это монстр Хендерсона такой вот. Называется Джилли Маунт. Маунт. Знаешь, это чем-то на вирус похож. Так смотри, он его тупо, смотри, присосал к себе, тут не может двигаться. Он его замедлил. Да ладно, он его реально замедляет. И опять, смотрите, в него встает и не может двигаться быстро. Да, он наоборот так. В этом есть прикол, что у него своя тактика есть. Получается его замедлить и замочить. Давайте посмотрим, кто же кого убьет. Что это получается у них происходит? Он в него залазит. Ну давай, что? Ничего. Эй! Это может ничья? Я даже не знаю, как это назвать. Конечно, он его мочит, но очень слабо. Ну я не вижу, как жизнь тратится, не? Да ладно, давайте другого поставим. Что-то битва не очень равносильная. Давайте поставим вот этот дом. Воу, вообще громадный, сразу атакует его.
Ты куда пошел? Тебя сейчас замочит. Через всю карту, да, пьет плевком своим? Ну, полкарту точно. Ну что, о, пошла битва. О-о-о, вот это прикольно, мне нравится. Так, ребята, сделайте паузу ролика, напишите, кто же выиграет, Монстр Хендерсона или Годзилла? Мне кажется, Монстр Хендерсона его уничтожит. Я предугадал! А что-то выпало за ей... Кабаки какие-то. Там он выслал, что ли? Это очень странно. Годзилла, Хаусхед. А, они мелких еще спамнят. Ой-ой-ой, они дерутся лихо. На... Да что, он что, самый мощный получается? А ну на, свежего тебе еще. Ой-ой-ой, я такой маленький возле них. На. Да что ты? Смотри, смотри, Годзилла. А, маленьких мочит, а большого нет. Представьте, сейчас этого убьет. Троих Годзилл, получается, убил. Ну-ка. Есть. Это было прикольно. Но преодолел двух Годзилл. Ну да, в принципе, я считаю, что это, ну, очень сильно. Это очень мощно было. А давайте вот такой вот дом конченый. Пошел. Он побежал, а не пошел. Ого, он его задамажил. Все. Ух ты, вот это мощь у него сорта. Давай, давай. Он его скушал. А вот такие щупальцы, ну? Кто кого, щупальца? Ну давай, щупальца. Я верю в тебя. Я думал, что щупальца выиграет. Годзилла. Годзилла выиграет? Молодец, угадал. Красава, красава. А давайте поставим вот такого сиреноголового. Это оригинальный сиреноголовый, который уже все знают его. И Годзилла с разгону на него в чит. Ого, смотрите, как он атакует. Да ладно, сопляк вонючий. А вот такого сейчас монстра. О, у нас же есть вот с другого пака. Сейчас поставим. Давайте вот эту девочку поставим. У нее есть посох смертельный. Хрязь только и нету. О, помните вот этого мощного? Сейчас поставлю. А где он? Ставится. Так, хорошо, давайте еще раз поставим. О! Так, поехали. Кто кого? Я помню, что вот этот из Аманкаса монстр замочил тогда всех. Хря... Напишите в комментах, кто же выиграет, аниматроник или Годзилла? А я иду, Годзилле. Что, сразу убил его моментально? Вот такого монстра, который бьет об землю, кидает. Просто сейчас Годзиллу схватит. А, ладно, я какую-то фигню сказал. А вот такой вот. Да ну, Годзилла, оставь хоть покушать что-то. А вот такой вот банан. Хрясь. Да вы что, вообще ни о чем. А вот такой банан злой. Ого, он его откидывает, вы видите? Это жестко. Не попадаешь, не туда дышишь. Ребята, досмотрите этот ролик до конца, потому что мы в конце сделаем выживание с Годзиллой. Мы все возьмем машины и будем убегать. Ну и еще немножечко пусть они повоюют. У нас есть вот такие монстры. Ребята, ну что, битва гигантов начинается. Вот сейчас будет что-то интересное. Годзилла против очень гигантского монстра. Он его дамажит? А он его топчет. Да ну что ты, вы все слабые такие. Вот такой вот есть маленький. Когда я ставлю чужого, Годзилла не двигается. Смотрите, удаляю, двигается. Ставлю, перестает двигаться. А почему так? Я понял, он его боится, чтобы он его не замочил. Берем машины и начинаем выживание на машинах. Поехали быстрей! Начинается выживание от Годзиллы на машинах. У него очень мощная струя. Придется уклоняться по максимальной от нее. Так, все, стоим, ждем тут. Эй, газуй, он за мной! Нет, он не за мной, он за мной! Димка, газуй! Блин, так страшно, что он наступит на нас и просто уничтожит с одного маленького удара. Хорошо получается, пока мы стащим. Знаете, что хочу сказать вывод? Что Годзилла и сиреноголовые монстры, и вообще Хендерсон, они все равные по силе. Потому что некоторые мочат, некоторые нет. Поэтому силы равные.
А чё никого не мочит? Давайте постоим, посмотрим. Может, он вообще никого мочить не будет? Давайте еще одного поставим, чтобы было двое у нас. Один вот такой будет, кислотный. Ого. Газуй, Димка, газуй. Давай, давай, давай. О, чё, что за баг? Чувак не в машине сидит, а где-то рядом. Офигеть, они вдвоем гонятся за кем-то. У них скорость нереально быстрая. А, за машиной гонится. Нормально, нормально. Пока мы выживаем. Я долго держусь. Я думаю, будет побыстрее все. Побежал, побежал. Еще одного чавкнул. Ого, я задрифтовал. Они когда на землю наступают, у меня вся карта дрожит. Ой-ой-ой, вот это главное не попасть под его луч. Это луч смерти. Давайте под ним проедем. Красота. Ой. Я постою здесь, посмотрим, что будет. Он просто стоит. А ну иди сюда. Попробуй его сбить. Ой. Ой-ой-ой, не попал. Газуй, газуй, газуй. Он сейчас как дым пустит. Чавкнул одного. А тут вообще челик стоит наверху, не хочет к нам идти. Давайте подъедем загреб на себя. Ты чё стоишь тут? А я вот. Он какой-то гигантский, просто. Да, как где-то девятиэтажка, это точно. Ой. Что это было? Он фигачит всех, кроме меня. Я, кстати, все это время держусь. Но мне нет за рулем, а что такое? А как так получилось, а? Что мне нет за рулем? А где я делся-то? О, побежал, как, смотрите. А ну иди, ого, он там хвостом машет. Слышь, иди сюда, чудовище ты морское. Вот это мы его лупашим. О, пошел, пошел, разозлился. Вот это жесть моего. А ему ничего, даже кожа не пробивается. Так, а что можно еще? Вот это, управляемая ракета. Прям в голову. Эй! Эй, я в кишках лечу. Что за бред? Ой. Эта ракета очень слаба. Огнемет. Сейчас мы ему лапу сожгем. Уже проверял. Что будет, если его взорвать? А сейчас мы обольем и подождем. Пусть его лупашит. Так, лапа горит, но ему ничего вообще. А, больно, больно. Но он наших жрет, как щенков, а? Так, что у нас тут еще есть? Ой-ой-ой, блин, а? Попал под хвост. Ух ты, он офигачит. Эй, Годзилла, успокойся. Надо быстрее свалить. Это жесть. Давайте тоже монеткой его пофигачим. Мне, наверное, так не... Ух ты. Он все равно достает нас на расстоянии. О! Ну чё, Годзилла, прощай. Не. Только разозлила его еще больше. Ты чё орёшь на меня? Я тебя взорвать хочу. Так, ну чё, делаем ставки. Бомба взорвет его или нет? Летят, летят, летят. А в спину прям! Да ладно, вообще нифига. Я улечу подальше. Потому что чувствую, я сольюсь. Отлично. Бомба его взяла. Если понравилась эта серия, вы хотите еще? Ставьте палец вверх. Подписывайтесь на канал. Комментируйте, ставьте лайк по ВКонтакте. И посмотри следующий ролик.